Иваново, центр легкой промышленности России, уже многие десятилетия производит высококлассный текстиль, популярный по всему миру. По традиции, цена на разнообразные по составу и размерам постельные принадлежности гораздо ниже зарубежных аналогов. В Сочи у ивановского текстиля уже есть свои поклонники. Вообще качество нравится. Поэтому мы пришли второй раз. Вот понравились с котерки, решили взять. Мы заказываем по интернету белье такое. И вот пришли тоже второй раз. Мы с удовольствием приходим. Обслуживание прекрасное, все хорошо. Хочу дочку привезти, чтобы что-нибудь выбрать хорошее. А так тебе очень даже все нравится. Особенно с поплина. Вот. Его редко же найдешь поплин. Не линяет, ничего не садится. Вообще прям очень хорошее белье. По тканям вижу, что очень хорошая ткань. Во-первых, и цены, естественно, нас привлекают, потому что дешевле. Я уже отложила себе кое-что. Вот пришла специально по размеру наволочки выбираю себе. Считается, что для комфортного отдыха важно не только количество времени, проведенного во сне, но и правильно подобранное постельное белье. Здесь на выбор перкаль, бяз, сатин, сатин-жаккард, который всегда славился не только красотой, но и прочностью и долговечностью. После большого количества стирок материал не деформируется, а краски остаются яркими на многие годы. Благодаря таким свойствам товар неоднократно награждался дипломами за первое место на всероссийских конкурсах. На этот раз мы привезли новиночки в город Сочи. Это подушки из натурального льна, а также комплекты постельного белья, египетский хлопок, тенсел. А в большом ассортименте домашний трикотаж привезли женщинам, ночные сорочки, пижамки, халатики, тунички. Это наше отечественное производство, да. На рынке очень много лет, еще советских времен. Качество высокое, натуральные ткани. Это у нас все хлопок, искусственной ткани у нас нет, поэтому и ценится. А еще ивановский текстиль предлагает подушки из пуха, льна, эвкалипта, полотенца, широкий выбор одеял из кашемира, верблюжьей шерсти, лебяжьего пуха и бамбука. Также в ассортименте покрывала и пледы, в том числе и детские. Выставка распродажи ивановского текстиля в выставочном центре на Несебрской 1Б работает до 2 апреля. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.